мощного огня, который зажжен здесь в Хатыни 5 июля 1969 года. Вечный огонь сюда в Хатынь доставили с площади Победы города Минска. И тогда же у вечного огня посадили 3 тоненьких прутика, 3 совершенно малюсеньких березки. Тогда в 69-м, сколько лет-то прошло. И вы видите, выросли мощные деревья, красивые, двуствольные березы, которые сегодня служат украшением, наверное, мемориала и, конечно же, памяти. Потому что читаем мы здесь, что в Беларуси погибло 2 миллиона 230 тысяч и загинул каждый четвертый. Три березки — это тоже семь. Это трое оставшихся в живых жителей нашей республики. А вот четвертого нет. И память о нем, память о каждом четвертом погибшем жителе земли белорусской, горит из Хатыни вечный огонь. Помните о тех, кто уже не будет. Дай мне попробовать. У нашего народа, у наших народов, есть добрая жизнь. Память павших, все